Автобус с людьми попал в страшную аварию под Кингисеппом. Ранним утром пенсионер на Hyundai не справился с управлением и на крутом повороте вылетел на встречную, где ехал автобус со строителями. За рулем был водитель 48 лет. От сильного удара внедорожник улетел в кювет. Водитель погиб на месте. Один из пассажиров автобуса в реанимации, еще двое обратились в больницу с ушибами. Полиция ведет проверку.